Рубрика «Народный репортер» в действии. Ямой, которая стала ловушкой для автомобиля, заинтересовалась прокуратура. Напомню, около недели назад эта аварийная дорога на улице Павлова в Ярославле привлекла внимание наших мобильных репортеров. Один из ярославцев снял ролик и прислал в редакцию программы «День в событиях». Отремонтировать участок проезжей части мэрию может обязать суд. Соответствующее заявление уже направила прокуратура Красноперекопского района. В ходе проверки установлено, самая протяженная яма имеет длину 7,5 метров, а самая глубокая уходит вниз на 16 сантиметров. Проверка была проведена в рамках осуществления постоянного надзора за соблюдением требований законодательства о безопасности дорожного движения. Нами было дано поручение сотрудникам ГИБДД о необходимости провести обследование автодороги по улице Павлова. В ходе обследования было установлено, что требованиям ГОСТ данная дорога не соответствует. Красноперекопский районный суд города Ярославля направил исковое заявление об обязании мэрии города Ярославля устранить выявленные нарушения.